Растяжка, прыжки со скакалкой и традиционная разминка. Так начинается ежедневная тренировка боксера-профессионала Артура Зиятдинова. 6 дней в неделю. Утром бокс, вечером физподготовка. Потом бой с тенью. Бой с тенью делается для того, чтобы визуализировать, включить фантазию, где-то пофантазировать какие-то действия, которые могут происходить в ринге. То есть боксируешь в отражении самого себя. И потом уже на ракетках, на лапах отрабатывали там технику, постановку удара, движение, передвижение. Защиты. Пандемия внесла свои коррективы. Артур вынужден тренироваться в Крыму. Продолжает работать по специальной программе, которую ему год назад разработал тренер в Канаде. Впереди у крымского льва рейтинговый бой в Москве. Возможно, даже за титул. Я уже на протяжении 1,5 месяца, так сказать, постоянно в работе. Просто не было конкретной даты, и поэтому я просто держался в форме. И вот с начала этой недели я начал уже конкретно готовиться на 5 сентября. Артур Зиятдинов 38-й в мировом рейтинге среди полутяжеловесов, 7-й в российском. За его плечами 12 боев, ни единого поражения и 9 побед нокаутом. Рядом с именитым боксером в зале занимаются юные спортсмены. Он мотивирует детей на покорение высот в этом виде спорта. Высокие цели ставят перед собой и юные боксеры. Джипар Ахтемов мечтает стать чемпионом мира. На тренировках себя не жалеет, выкладывается на все 100. Я хочу стать как Артур Зиятдинов. Может быть, лучше его. Хук Джеб – классическая двоечка. Юных спортсменов тренирует чемпион Европы по версии Европейской боксерской ассоциации. Мастер спорта Сервер Эмурлаев. Давай, ушел. Передняя ручка на нем. Джипар, работаем. Бам. Раз, два. Начинаются обязательные пробежки, затем разминка, ну а после – школа бокса. Спарринги по понедельникам, в другие же дни – отработка техники на снарядах. Бокс – это, так скажем, это воспитание, это закаливание духа, сила воли. Бокс – квинтэссенция скорости, силы и выносливости, залог успеха, дисциплина и упорный труд. Бокс – он развивает тот самый стальной характер и в целом делает тебя настоящим мужчиной. Ты готов защитить свою семью, ты готов защитить себя. И ты становишься бесстрашным. Юные боксеры не прекращают тренироваться и ждут возобновления соревнований. Айша Шулакова, Алим Сейдалиев, телеканал «Милет».